Ну, хотелось бы отметить, что украинское судостроение добавило еще одну технологию. Это технология строительства лодок из материала HDPE, то есть полиэтилен высокой плотности и низкого давления. Для маломерных судов до 24 метров это очень перспективная технология. Суда из этого материала позиционируются как рабочие, то есть могут выполнять функции лоцманских судов, патрульных, рыболовецких, промысловых. Обеспечение суда делается из этого материала и очень показывают себя хорошо в эксплуатации. То есть за счет того, что отсутствует покраска и споклевка корпуса, соответственно, отсутствует совершенно уход за таким судном. Раз эксплуатация будет близка к нулю стоимость, да, то, соответственно, это дает определенные выгоды заказчику. Но, кроме этого, эти лодки неразрушимы, не боятся химических активных элементов, реагентов. Они совершенно стойки к ультрафиолету. Вот. И сейчас мы посмотрим, собственно, наши изделия. Вашему вниманию первое глиссирующее судно в Украине из материала HDPE. Это лодка длиной 4 метра 80 сантиметров. Проект GS4700. Ширина 2,1 метра, может использоваться для рыбалки, может использоваться для служебных целей, как разъездной катер. Мощность мотора 40-80 лошадиных сил, пассажироместимость 6 человек и изготовитель компания «Гольфстрим».